Папочка, папочка, пока. Мы присмотрим за сестричкой. Нет, не оставляйте меня с ними, пожалуйста. Не уходите. Ну что, Вики, поиграем со скотчем? Дай пять, сестренка. С меня хватит. Отдай, это мой джойстик. Ненавижу вас. Отдай немедленно. Куда она собралась? Неважно. Я точно выиграю. Не толкайся. Мне достались самые ужасные брат с сестрой. Они постоянно издеваются надо мной. Хочешь изменить свою судьбу, деточка? Что? Просто вытяни карту. Ладно, спасибо. И что мне вытянуть? О, сладости я люблю. Вау, они стали реальностью. Вот это круто. Значит, я могу загадать все, что есть в этих картах. Посмотрим. Я выбираю тебя, Кэтнеп. Вау, давно хотела котика. Мяу. Кто меня звал? Привет, хозяйка. Хорошая киса. Сможешь разделаться с этими двумя? Запросто. Брысь, плохая кошка, кыш. Всем спать. Отличная работа. Дай пять, киса. Можешь возвращаться обратно в карту. А теперь я займусь творчеством. Я сделаю ярче вашу внешность, дорогая сестричка и братик. Что это было? Дэймон, что это у тебя на лице? Сюзи, посмотри на себя. Что ты хочешь сказать? Я тоже? Вики! Лузеры! Срочно! Спрятаться и вытянуть карту. Кого же позвать на помощь? Ты, Дог Дэй. Где она? Эта малявка где-то спряталась. Под кроватью. О-оу! Хороший песик. Нет, только не кусай меня. Мы больше не будем обижать Вики. Эй, гадость! Это его слюна! Отвратительно! Ты! Лучше не стоит. Нет, нет, мы друзья, я никого не обижаю. Все собаки это любят. Славный песик. Хороший мальчик. Да, как хорошо. Продолжай, Сьюзи. Я сейчас. Молодец, Дог Дэй. Расслабься. Нравится, да? Любимый мяч отца? Подойдет. Почешем брюшко. Эй, песик, смотри, что у меня есть. Нравится, да? Лови. Эй, что это? Мой мяч! Наконец-то! Ненавижу собак. О, точно! Вечеринка! А куда нам деть мелкую? Приветик! Вечеринка скоро начнется. Так, Вики, тебе пора спать. Но я не хочу спать, еще рано. Тогда давай сыграем в прятки. Ты прячься, а мы будем искать. Ю-ху, обожаю прятки. Где же мне спрятаться? Раз, два, три, четыре. Может, карты мне помогут? Что же выбрать? Маленький домик. Бау! Идеальное место для пряток. Что там внутри? Уменьшение. Ю-ху, отличная вечеринка. Спасибо, что пришли, ребята. Пока. Фух, было классно. Мама звонит. Алло? Да, мам. Да, у нас все хорошо. Как там Вики? Где она? Спит. Она спит. А, да, она спит. Да, хорошо. Пока. А, нам нужно найти мелкую скорее. Где же она может быть? Здесь нет. Фу, кто выбросил пчел? О, я знаю, она в школе. Ты не видела Вики? Кого? Девочка маленькая. Не понимаю. Такая невысокая, круглое лицо. Моя сестра. Нет? Повернись. Вот она. Ты ее видела? А, нет, не видела. Идем, Дэймон. Мама оторвет нам голову. Ауч, моя нога. О-оу, Сюзи, не надо. Что? Я посмотрю в духовке. Нет, ее там нет. Где же она может быть? Дэймон, мы тупицы. Она в своей комнате. А, точно. Где же она спряталась? А что это за звук? Меня в ушах. Ты это слышишь? Сюзи, Дэймон, помогите. Я здесь. Что за писк?
Эй, друзья, помогите, напишите в комментариях, кто это пищит. О, мне пришел ответ. Это Вики. Деймон, смотри. Какой крошечный домик. Ничего не понимаю. Вики, ты там? Да! И как же нам ее вытащить? Смотри, это карта уменьшения. Я знаю, что делать. Вперед, Сьюзи. Получилось! Мы уменьшились! Но где Вики? Вики! Вики! Эй! Отзовись! Вики? Вики! Ты где? О? Что там? Нет! Деймон! Что это за странное место? Все вверх тормашками? Деймон! Вики! Вы оба пропали! А, синеволосая! Привет! Я твоя сестра! Нет-нет-нет! Ты не моя сестра! Смотри! Вот моя любимая сумочка! Вики? Это ты? Ну, а что это с тобой? Идем, нет времени! Не так быстро! Что ты делаешь? Нет, Вики, не нужно! Помогите! Дай пять, сестренка! Ты! О-оу! Хороший песик! Что? Почему я сплю стоя? Вики! Что-то с этим местом не так. Деймон! Ауч! Сьюзи, ты в порядке? Деймон! Там! Там! Что? Дать твой блеск для губ? Нет, нет, нет! Там полосатая! Что? Что-то с моей прической? Сейчас посмотрю. Приветик! Тебя не напугать меня, ты пушистый зубастый кусок монстра! Да, покажи ему, Деймон! Сейчас мы как врежем тебе, Хаги! Сьюзи что-нибудь придумает. Серьезно? Ладно, у меня есть волшебная карта уменьшения, Хаги. Приготовься! Что? Нет! Да, он наш! Что вы натворили? Я вам еще покажу! Будьте-будьте, какая крошка! Не волнуйся, мы о тебе позаботимся! Пока, Хаги, посиди там! Дай пять, братик, мы молодцы! Смотри, это Венсдей! Она живая? Выглядит как восковая! Ау, Венсдей! Что это у тебя? Потанцуем? Бэ-бэ-бэ! Упс! Привет! Поиграем? Что тебе надо? Ты, маньячка, отпусти моего брата сейчас же! Что это? У меня волоса... О-оу, отпусти меня, вещь. Хватит, убери свою руку. Скорее, Деймон, я развяжу тебя. Давай быстрее. О-оу. Ну и кто теперь здесь главный? Молодец, сестренка. Повиси здесь до следующей среды, Венсдей. Ты слышишь, Деймон? Что это с ней? Попались! Ваша сестричка у меня! Вики! Ну ты сейчас! Сейчас тебе сильно влетит розовая нечисть! Мимо! Мимо! Промазала! Никто не смеет обижать мою сестру, кроме меня! Все мимо! О, у меня есть план! Ха! Хаги-ваги! И что? Я оторву ему голову! Нет, только не это! Оставь его! Я верну тебе твою сестру! Только отдай мне Хаги! Вики, забирай своего монстра! Хаги! Мой маленький! Ты в порядке, Вики? Они тебя не обидели? Все хорошо? Фух! Ты где был? Идем домой! И как нам снова стать большими? О, карта увеличения! Пожалуй, лучше вернуть этот странный домик обратно в колоду. Да, и больше никаких жутких приключений. Вики, ну не обижайся. Прости нас, пожалуйста. Чего бы тебе хотелось? Я хочу пойти в кино. Окей, легко. Я уже покупаю билет. Вау, вот он, держи. Спасибо. Ты довольна? Пока. Хорошего тебе просмотра. Мы будем скучать. Нет. Ну все, я готова. Пока. Вот мой билет, пожалуйста. Ты одна, девочка? Ход в кинозал возможен только с друзьями. Ты не проходишь, прости. Хватит лить слезы. Ты разводишь мне тут влажность. Кыш, уходи. Я ищу друзей. Отзовитесь. Ищу...
друзей. Привет! Приветик, давай дружить. Давай, разойдись, она ждет меня. Цан! Бургунди, моя подруга. Ауч! Браво, ты молодец. Готовы. Я с вами, друзья. Тогда идем в кино. Вот наши билеты. Проходите, с друзьями вход разрешен. Эй, я тоже хочу в кино. Стоять, поодиночке вход воспрещен, только с друзьями. Пока. Вы еще ответите за это. Были друзья, стали враги. Я все-таки подружусь с Бургунди. Назло всем радужным друзьям. Вот они все. Веселятся вместе, как лучшие друзья. Противно. Ненавижу. Фу, как грубо. Ты чего кидаешься? Оу, прости, телефончик. Я больше не буду. Извини. Что же мне предпринять, чтобы Бургунди стала только моей подругой? Нужно хорошенько подумать. Итак, мне нужен план. Я могу ее похитить. Нет, насильно мил не будешь. А может ее подкупить? Нет, не получится, у меня же нет денег. Может ее задобрить? Но я же совсем не добрый. Надо подумать получше. Я что-то упускаю. А что если сделать так? Только сегодня и только у нас. В меню без лимит конфет. Не хватает сахара. Нужно добавить еще. Приятного аппетита. Как вкусно! Ауч! Мой зуб. Ай-яй-яй, детям нельзя так много сахара, мистер. Плохая идея. Молоко? А что если... Мяу-мяу? Это мне? Нет, ты должен пить из своей мисочки. Серьезно? Это унизительно. Плохой план. Новая идея. Быстро избавиться от старых друзей Бургунди. И стать ее новым другом. Хочешь попкорн? Спасибо, Цан. Отлично. Эй, ребята, как вы думаете, мне следует похитить этих друзей? Напишите в комментарии, да или нет. Прощайте, лузеры. Бургунди будет моим другом. Так-так-так. Вот наши три веселых друга. Улыбочку. А теперь встаньте, я сфотографирую вас. Скажите «чиз». «Чиз». Встань сюда. Раз, два, три. Улыбнись. Классное фото. А где остальные? Оу. Классные фотки. Давай еще раз втроем. Я слежу за вами. От меня не скрыться. Оу, помогите. Что это было? Выпусти меня отсюда, гадкий мусорный бак. Я подам на тебя в суд. Мерзость. Это мерзость. Это реально мерзость. Ну все. Эй, ты. Ауч. Моя нога. Я что-то слышала. Надо прочистить уши. А нет, показалось. Это будет столб нашей дружбы. Какой восхитительный пикник. Будешь еще лимонаду? Я украду этих подлых смурфкета и... Ого, сколько вкусняшек. Сначала украду еду. Что? Что там за звуки? Ты что-то слышала? Нет, я ничего не слышу. Я возьму сэндвич.
и пироженку, и фрукты. До последнего кусочка. Яблоки очень полезны. Что? А где мое яблоко? Сама съела и забыла. А где вся еда? Мамочки, нас обокрали! Хватит есть, пора действовать. А где Марун? А где Смурфкэт? Где все мои друзья? Ребята, а вы видели, кто похитил всех моих друзей? Пожалуйста, напишите ответ в комментариях. Я буду твоим другом. Спасибо, не надо. Что случилось? Почему план не сработал? Это вы во всем виноваты. Тише, убавьте этот ультразвук. Где мы? Замолчи. Ну ладно, а если вот так? Мур-мур-мур. Упрямая кошка. Сидеть. Выпусти меня. Пути-пути, какая милота. Нет. Хватит. Что? Куда это ты? Эй, а ну спускайся на землю. Немедленно. Я кому сказал? Ты, голубь-переросток. Так тебе и надо. Сейчас я тебя поймаю. Иди сюда. Попалась. Теперь далеко не улетишь. Этот браслет мне не нравится. В камеру! Живо! Ауч! Какое коварство! Тебе пора сделать маникюр. Спокойной ночи! Пока, красавчик! Эй, Марун, иди сюда. Ау, ты слышишь меня? О, приветик. И что мы будем делать? Не знаю, надо подумать. Пора спать. Подъем, подъем, время завтрака. О, я так проголодалась. Хочешь молочка, киса? О, да, конечно. Хочешь, перехочешь, это мне. Нет! Оставь хоть капельку. Ну ты и жадина. Считаю это комплиментом. О, бедный дракончик, ты ждешь завтрак? Пожалуйста, дай немножко еды. А хочешь это вкусное мясо? О, да. Пожалуйста. Хочешь этот лакомый кусочек? Да. О, да. Хватит меня дразнить. Филе средней прожарки. Все, как я люблю. Спасибо. Негодяй. Приятного мне аппетита. Ты еще ответишь за это. Я умираю от голода. Что? Смурфкэт? Это ты плачешь? Эй, Смурфкэт! Что? Вот так. Мяу-мяу. Успокойся. Давай представим, как мы убежим отсюда. Конец. Нет, нет, нет. Моя версия намного лучше. Ну как вам? Моя версия круче. Кто-нибудь видел моих друзей? Ну, пожалуйста, помогите их найти. Вы не видели моих друзей? Умоляю, ответьте. А может быть, вы... Вы видели моих друзей?
кто-нибудь! Вы их не видели? Ну, пожалуйста! Привет, ребята! Я так скучаю по Смурфкэту и Маруну! Может, вы знаете, где их искать? Напишите в комментариях! Привет, Бургунди! Я все еще предлагаю тебе стать твоим другом, лучшим другом и единственным. Смотри, какая игрушка. Дарю тебе. Ну, давай же будем друзьями. Может, стоит попробовать? Что это? Я вернулся. Всем привет. Эй, смотрите, что я вам покажу. Бургунди. Что тебе надо? О, новое звучание. Не хотите общаться со мной, так хоть посмотрите на вашу подругу. Она так выросла. Вау, это она, Бургунди. Я не верю своим глазам. Она стала такой взрослой. И обзавелась новым другом. Она забыла про вас. Теперь ей не нужны такие друзья, как вы. Что? Но как? Не может быть. Эй, что это у тебя? Это сюрприз для вас, мои дорогие. Марун так любит красный цвет, а вот на стул пойдет Смурфкэт. Нет, пожалуйста, не надо. Нет, нет, пожалуйста, нет. О, да, поехали. Что это? Что происходит? Это не я. Это я. Хочешь обниматься? Мой лучший друг. Лучше всех тебя обнимут наручники. Так нечестно. О, привет. Это ты? Да, это я. Бургунди, она здесь. Я с вами, подождите меня. Мы снова вместе. Смурфкэт, Марун, это была не я. Циан все подстроил. Я не хочу с ним дружить. И можешь забрать свою игрушку себе. Она мне не нужна. Мне тоже. Малыш, какой ты чумазый. Бедняжка. Идем домой, я о тебе позабочусь. Я застрял в пробке, дорогая. Скоро буду. Ты вечно опаздываешь, Билли. Уже бегу, дорогая. А тебе чего, сестренка? Билли, экстренный случай. Нам срочно нужна помощь. Помоги, помоги, помоги. Ладно, свидание подождет. Идем в мою лабораторию, сестренка. Ничегошечки себе! Это твоя лаборатория? Да, это все мое. Только ничего здесь не трогай. Тише, я не слышу биение сердца. Лучше помоги мне спасти пациента. Не забудь про перчатки. Сам знаю. И надень шапочку. Мне не идет шапочка. Оу, Блю, где же тебя носила? Вот уже и осень настала. Сделаем быстрый рентген. О, я тоже хочу фоточку. Выйди из кадра, Сьюзи, а то рентгены перепутаю. Ого, сколько всего у него в желудке. За работу. Начинаем операцию. Желтый укол улучшает настроение. Где мой скальпель? Какой скальпель, Билли? Здесь можно обойтись ножницами. Это же игрушка. Ну ты и всезнайка. Делаем аккуратный надрез. Смотри, что я нашла. Вот почему он без сознания. Батарейка, наверное, села. Какая гадость. Нужна новая батарейка, побольше. Вот так. Теперь пульс в норме. Порядок, док. Надо наложить швы. Это ювелирная работа. Разноцветные нитки добавят радостного настроения нашему пациенту. Вот так, готово. Проверим его нервную систему. Что-то не реагирует. Сьюзи, аккуратнее. Может, надо ударить посильнее? Слишком сильно. Он дал мне сдачи? Ты не на ту напал, Блю. Эй, Сьюзи, стоп. Не надо драться с пациентом. Это ему не надо драться с тем, кто его лечит. О, нет, пульс пропал. Что делать? Сейчас заряжу. Разряд. Чуть не потеряли пациента.
теперь перейдем к косметической операции. Окей. Такую прическу носили хиппи в 70-х, приятель. Ему явно не помешает стрижка. Ножницы? У меня есть машинка для стрижки. Не двигайся, Блю. Подровняем тебе челку. Кажется, я перестарался. Да, такие прически носили даже раньше 70-х. Билли, ты тоже захотел себе доисторическую стрижку? Отставить смех, сестра. Лучше приготовь ванну. Теплая вода. И ароматическая бомбочка для ванны. Настоящий спа. Пахнет, как лайм на дереве. Отойди, Билли. Ты все испортишь. Лучше принеси шампунь. Так, и который из них? Я сама возьму шампунь, спасибо. Но ты перепутала, это шампунь для роста. Я знаю лучше, не мешай. Окей, мне как раз звонит моя девушка. Сейчас ты станешь самым чистым и самым синим, мой синий друг. Очищающая маска на 5 минут. Засекаем. О, моему маникюру нужна срочная рихтовка. Что это? Ха, какая огромная маска для лица! Но все равно! Не трогай меня, гигантское синее чудовище! Оу! Что это за коробка? Сьюзи, где ты? Где же она прячется? Ну все. Встань, ты меня задавишь. Что ты от меня хочешь, синий чудик? Что? Спасибо, что оживила меня. О, как мило. Теперь мы станем лучшими друзьями. О нет, это мой брат. Что же нам делать? Нам надо тебя спрятать. Блю? О, ты уже спрятался. Втяни живот, коробка не налезает. Еще немножко. Не дыши. Эти девушки такие загадочные. Он нас не заметил. Снимай коробку, Блю. Ну уже. Ты что, застрял? Тебе нужна своя секретная комната. Отличная идея, мой синий друг. Идем в магазин за материалами. О нет, Блю, тебе нельзя в таком виде на улицу. О, вот эта шляпка подойдет. Но к ней нужно что-то еще. Не понимаю, чем тебе не понравилось это платье принцессы? Хочешь надеть куртку брата? Ладно, идем быстрее, пока он не заметил. Мы возьмем только самое необходимое для стройки. Нам нужен неон. А кто? А кто? О чем это они? Ладно, выбираем дальше. Радужные лампочки. Картон. Неон. Что-то для строительства. Блю, что это? Мы не берем сладости. Положи на место. Добрый день, я плачу в уху картой. И вкусняшки для меня. Ладно, и конфеты тоже посчитайте. О нет, нам не хватает лайков для оплаты. Что же делать? Ребята, пожалуйста, помогите. Нам не хватает 50 тысяч лайков на вкусняшки для нашего друга. Поставьте лайк этому видео, и мы купим Блю вкусняшку. Спасибо. С кем они говорят? Блю, быстрее! Что ты так медленно? Я не могу быстро идти! Смотри, я владею магией лифта! Лифт, откройся! Поехали! Что не так? Все ясно! Это VIP-лифт! И здесь может ехать только один человек! Что же делать? Обманем лифт! Зайдем как один человек! Нет, Блю! Это так не работает. Вес уже тот же. Что? Получилось? О нет, мы застрянем.
Все, опусти меня, Блю. Мы в этом лифте надолго. И нам нужна помощь. Позвоню брату. Извини, Рис, мне звонит сестра. Алло, Билли, мы застряли в лифте. Вытащи нас поскорее. Через сколько? Ладно, постараюсь. Официант, вот это блюдо из специального меню, пожалуйста. Прости, дорогая. Ваш заказ – свежий чемоданчик с инструментами. Да, спасибо, мне подходит. Я скоро вернусь, дорогая. Тоже мне еще палочка-выручалочка. Сьюзи, не будем терять время. Этот лифт – отличное место для моей тайной комнаты. Давай построим ее прямо здесь. Хорошо, Блю. Тем более у нас с собой куча материалов. Из чего же мы начнем? Давай превратим этот серый уголок в яркую мягкость. Молодец, Блю. А у меня есть то, что нам нужно. Бумага, ножницы и воображение. Ну, что там так долго? Блю, смотри. У меня есть для тебя синяя подушка-подружка. О, моя мини-Блю! А как же ты, Сьюзи? Я и себе сделала радужных друзей. Зеленого и желтого. Мои друзья. А теперь сделаем что-нибудь из картона. О, Блю, у меня появилась идея для игры. Держи картон ровно. Не надо меня красить вместе с картоном. Не бойся, глупенький. Мне нужна крышка, чтобы вырезать отверстие. Теперь покрасим наше игровое поле в мой любимый желтый цвет. Готово. О, сыр! Ты снова думаешь про еду, Блю? Лучше бы помог мне приклеить этот картон. Мы сделаем стенки для нашего игрового поля домика. Вырезаем детали. Смотрите, это крошка Блю. Рисуем стрелочки. Обрезаем трубочки и приклеиваем их по периметру домика. Внутри приклеиваем перегородки. Протягиваем веревочки через трубочки и закрепляем их на внутренней стороне крошки Блю. Игра готова! Куда же нам ее поставить? Вон туда, на диван. Накроем его серым пледом. Нет, все должно быть радужное. Отлично. И положи свою любимую подушку, Блю. Нет, ни за что. Не упрямься. Отдохни здесь, мини-Блю. Ну что, сыграем? Ставим мячик в рот крошки Блю. И пытаемся вместе поднять его до нужной ячейки. Еще выше, еще немного. Ура, получилось, мы попали. Отличная командная игра. Ого, зачем тебе столько картона, Блю? Это будет картина. Я помогу тебе ее нарисовать. Сьюзи, ты что, забыла, как выглядит радуга? Это просто невозможно. Ладно, подвинься, я все сделаю сам. Смотри и учись, детка. Вау, как красиво! Настоящая радуга. Залп конфетти! Ух ты, это сердечки! Ты просто чудо. Добавим немного света. Растянем неоновую ленту. Подержи-ка. Вау, радужные лампочки. Отличная работа. Нет, Блю, я сзади, ты меня задавишь. Аккуратнее. Сьюзи, а где Сьюзи? Ты где? Куда она могла подеваться? Мы же в закрытом лифте. Блю, я тут. Помогите. Да где же она? Блю, как ты мог меня не заметить? Ты чуть меня не раздавил.
Сьюзи, смотри, что у меня есть. Что это, блин? Мини-телевизор. Какая прелесть. Обожаю смотреть шоу. Что? А почему он черно-белый? Мне так не нравится. Подержи-ка, я позвоню в техподдержку. Алло, Грин? Да, я очень занят, что нужно? Можешь помочь с телевизором? Ладно. Держи батарею. Спасибо, Грин. Эту батарейку нужно вставить сюда. Он все равно не работает. Терпение. О, заработало. Так намного лучше. Только у нас нет места, куда поставить телевизор. Алло, Грин, нам очень нужен столик. Я вам не мебельный магазин. Алло, Грин, нужна лампа. Да вы что, издеваетесь? Алло, Грин? Я больше никогда не отвечу на звонок Блю. От них нет покоя. Алло, Грин? Дай мне трубку. Слушай меня, Грин. Нам очень нужен чайный сервис, понятно? Как я устал от этих друзей. Хорошо, что я не застрял в лифте вместе с ними. С чаем атмосфера всегда лучше, правда, Блю? Ненавижу девчачьи посиделки. Нет, нет, не спорь со мной, Блю. Просто расслабься и наслаждайся. Возьми чашечку ромашкового чая. Он успокаивает. Сьюзи, ты там? О нет, это Билли. Что нам делать? Туши свечи. Так, что тут у нас? Посмотрим. Вот так. Теперь все должно работать. Привет, братик. Спасибо, что пришел. А это все здесь откуда? Я даже не хочу знать. Это что за талисман футбольной команды? А, это моя новая игрушка. Я заберу ее домой. Идем. Фух, ну и тяжелая твоя игрушка. Прости, Блю, держись. Из нее выйдет отличная вешалка. Да, конечно. Слушай, а сделай кольцо. Я хочу поиграть в баскетбол. Уху, трехочковый. Стоп, хватит. С моей игрушкой буду играть только я. Понятно? И ты не будешь ее эксплуатировать. Теперь это мое новое одеяльце. Хорошего дня, Билли. Фух. Ура, наконец-то он ушел, и мы можем играть вместе. Кстати, Сьюзи, у меня есть для тебя новое развлечение. Правда? Какое? Опять. Эй, Билли, лучше помоги мне с этим хаги-ваги. Не волнуйся, сестренка, я тебе помогу. Иди со мной. Добро пожаловать в мою тайную лабораторию. Сейчас мы прооперируем твоего хаги. Что дальше? Ну, для начала подготовимся к операции. Итак, приступим. Развернем пациента. А теперь убери весь старый синтепух. Фу, там таракан. Ах, растяжка-вкусняшка. Ты что, съел таракана? Что? Вот он, это были чипсы. Ну, Билли. Прекрати есть и помоги мне. Пришьем ему руку. Спасибо. Это волнительная операция. Теперь проведем операцию на сердце. О, старое разбитое сердечко Хаги-Ваги. Оно уже в прошлом. Вот тебе новое сердце Хаги. И ты станешь добрее. И что у нас здесь? О, чаевые доктору. Спасибо.
Нужно проверить пациенту зубы. Но он не хочет открывать рот. Сделай что-нибудь. Его нужно пощекотать. Ну вот, так намного лучше. Билли, у него какой-то пришибленный вид. Все дело в глазах. Нужно поставить их на место. Ты видишь нижнюю строчку, Хэгги? Окей, отлично. Теперь нужно поработать над его шерсткой. Держи, Билли. Окей, но здесь занято, нужно подождать. Сколько можно вычесывать эту собаку? Окей, можем приступать. Начнем с очистки. Эх, Билли, кажется, ты давно не смотрел Спанч Боба. Ох, сколько здесь пыли! Пора принять душ с ароматным шампунем, Хэгги. Ты будешь самым чистым монстром. А кто здесь у нас такой чистенький? Теперь осталось подсушить малыша. Вау! Какой он пушистый!